plan? Hiç iyi değilim Baran. Bebekle ilgili bir şey mi var? Hangisini giyeceğimi seçemedim. Bana yardım eder misin? Sen her şeyden önce benim arkadaşımsın. Kendini tehlikeye atmana izin verme. Cevahir sevdiklerime zarar verdi. Bu sefer suçlarından sıyrılmasına izin veremem. Ama bir şey olmasını istemiyorum. İçimde kötü bir his var. Sana zarar gelmesin. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Сможет ли Фират привыкнуть к мысли быть со своей семьей? Будет ли Джавахир работать с Хасаном? Сможет ли Баран выгнать Хасана из особняка? Кто проиграет Джавахиру? Сможет ли Акиф защитить Барана от Джавахира? Послушает ли Бэрон Акифа? Произойдут ли плохие вещи так, как чувствует Дилан? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы слушаете Барана Акифа и хотите, чтобы он избавился от Джавахира, не подвергая себя опасности, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Фират начнет получать удовольствие от того, что он будет жить в особняке всей семьей, а не один. Фират, которому было очень грустно, потому что он думал, что был одинок в течение многих лет, на самом деле жил со своими двумя братьями и отцом. Он будет очень рад воссоединиться с ними, даже если будет поздно. Я думаю, что теперь никто не сможет встать между ними. Даже если он захочет войти, господин Кудрет и Баран не позволят этого сделать. Хасан же будет настойчиво возвращаться, хотя его много раз выгоняли из особняка. Бэрон не будет возражать против того, чтобы она пока осталась в особняке. Потому что он подумает, что работает с Джавахиром. Хасан не тот персонаж, которого можно любить или доверять кому-либо в особняке. Поскольку все об этом знают, они будут действовать соответственно и держаться подальше от этого. Однако Хасан, крадучись как змея, постоянно узнает, что планирует Баран и что он хочет сделать, и строит планы по проникновению в Джавахир. Джавахиру придется продолжать работать с Хасаном, потому что он очень одинок. По этой причине Баран продолжит держать Хасана в особняке. Вот почему он предупреждает людей в особняке, чтобы они не вступали с ним в контакт, и убеждает их, говоря, что у него есть какие-то планы, и поэтому он не отправил их из особняка. Как только Джавахир снова предпримет действия, чтобы атаковать Барана, его отец заблокирует и избьет его. Но он, конечно, не сдастся, возложит на Барана ответственность за каждый удар, который получит от отца, и еще больше разозлится на него. Пока Акиф сообщает Барану о происходящем, он попросит Барана сохранять спокойствие в этом вопросе. Хотя Баран сначала злится из-за того, что причинил боль моей семье, он пока будет слушать Акифа, чтобы не найти Акифа правым и не испортить ситуацию. После того, как Акиф скажет «Ты мой друг, я не хочу, чтобы тебе причинили какой-либо вред», он назначит полицейских для защиты Барана и его семьи во время секретной миссии. Дилан предчувствует плохие события, Баран позволит Хасану передать новости Джавахиру, и он спланирует это вместе с Акифом. Таким образом, даже если план передать Джавахира в руки полиции пройдет успешно, корабеи будут испытывать моменты страха в случае, если кто-нибудь пострадает, потому что это опасная ситуация для Барана. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.